Где? Вот тут. А он ушел? Я не знаю, но камера показывает. Я, кстати, отключил прыжки. Зачем? Так интереснее, так более, больше атмосферы, что ли? Помнишь, как Винди попал в паркур зону у деда? Как и я не... такой... Так я же не могу прыгать. Я не смотрел все прохождение Винди. Тут вроде ты еще моргаешь здесь вроде быстрее. Подожди, тут вроде можно было бумажки все... Ладно, погнали дальше. Еще там я туда, Андрей. Ну-го! Всем привет, с Новым годом, мы с Тёхой играем. Ну! Как ты меня подвисаешь? Я буду двери закрывать, не пальцы. Смотри! Мы уже в другом месте. Смотри по бокам, потому что печенька подожди, дикая. Подожди, я себе... Подожди. Я себе поярче сделаю. А то у меня прям темно-темно. А ну так неинтересно, ну ладно. А, у меня уже на максимум. Алло, в игру вернись. Ты где? Здорово, пошли. Пойдем расследовать все это. Так, вход направо. Это бесконечные коридоры вроде, да? По идее могут быть... О, карта первого левела. И пустая чашка. Как полезно. Ко мне иди. Я здесь уже. Идем дальше. Door is locked? Что? Ого, так. Так, кто сейчас лут будет моим? Это мой лут. О, батареечка, зашибись. Все, это все. Тут в оригинале вроде бесконечный коридор. Ладно, так закроем. Это на сейфе, а не только бесконечные, тут разные предметы спавнятся. На сейфе. Затем как открыть дверь? Понимаю. DCP, DCP, DCP 173. Ладно, уходим. О! Открой. Бро. Андрей! Нахер ты сам себя закрываешь, идиот? Да нахер ты сам себя закрываешь? Он идет к тебе там? Он к тебе там шел? Нет, пошли. Встал тогда. Высокло. Пошли налево, вот сюда. Мы оттуда пришли. Нет. Мы пришли слева, вот... Артём. Ну ладно, допустим. Вот тут куча лута, тут нужно... Открывай карту. Нет, нужно три шара. У меня только первый. Ну го, тогда вот так. Ой, там женщину бьют, Андрей. А что, не будешь далеко от меня отходить? Давай, пошли. Так что ты двери закрываешь? Увидимся, терпила. Это карты. Пробуй открывать двери эти. Да подожди ты тогда. Можно засейвиться? Нельзя. Три или выше. Тут везде три или выше. Может, ты будешь за собой двери закрывать, нет? Я закрывала. Не ага, закрывал он. Давай, медленно. Тут еще и стамины меньше. Так, закрывай. Пошли налево. Налево пойдешь, жопу найдешь. Пошли. Опа, на ноты! Тут нужно закрывать двери третья. За собой. Да, тут третья нужна. Артём, закрывай за собой двери, блин. Идем дальше. Не трать просто так. Слава. Мужик! Ой, сейчас будет очень опасно. Может, не пойдем? Подожди. Кто не рискует, тот не ест печеньку. А ну-ка, подожди. А ближе подойди, она тебя не ударит. Подожди. Погнали. У Теслы полегче, чем в Security Bridge. Так. Опа, собака. Пошли сюда. Не бегай. А, не пошли. Бог собаки. Нет, мы не можем сохраняться. Тоже разумно. Помни это. Наверное, в этом сложности Евклида. Ну, где вообще есть эти сохраняющиеся мониторы? Я не знаю. Может, надо было, наверное, идти все-таки на сейфе. Подожди. Давай быстрее уже. Да было же, Артём, не ссыкуй ты их так. Да Тесла, блин. Что? Что это за аномалия ты была? Открыл, ты открыл, а я закрыл дверь. Какая аномалия? Ты о чем, блин? Направо там чуть-чуть. Вправо мы шли уже. Так, ну нам получается... Ой, я чуть к деду не упал. Тут невозможно упасть. Можно. Давай, закрывай. Так, нам тут... Здесь мы были? А ну стой, может нам, здесь есть какие-то? Нам возвращаться надо. Мишка, нет. Михаил Петрович. Нам нужно тупо возвращаться. Ляд. Гений. Да, нам я нужно знаю. Тупо возвращаться. Спасибо, мужик. Боже мой. От души. Нам нужно тупо сейчас
возвращаться и все. Нам нужно найти комнату там, где есть этот. Там где есть телевизор. Ама, ну го. Мы вернемся направо, сходим. Мишка! Нет! Ты мы знаешь, туда не пойдем. Да, ты просто умрешь. Классно это знаешь. Ага. А нам некуда, в принципе. Будем надеяться, что он задиспавнился. Ну давай. Мишка? Не, он есть. Ладно, я погнал. Саш, выживешь, не выживешь? Охранники уехали к собаке. Я выжил, Андрей! Пробегай! Мишка, иди в очко. Меня плющит. Охранники! Все нормально будет. Во мне что-то растет, мне кажется. Нет, все нормально. А, только что уехали отсюда кто-то? Да, там охранники, ой. А, ну убили. Да. Ладно. Опа. Это та самая дырка. Вот отсюда можно выудить полезный предмет. Открывай. Я не смогу. А, нужно два или выше. Сейчас будет печенька здесь, осторожно, скорее всего. А, блять. Давай кто-то один будет закрывать дверь. Один, один, два, три. Открывай, это сейф. Ты, скорее всего, сможешь. А точно, тут же нету. Тут карта может быть. Противогаз. Ну хоть что-то полезное. А ну-ка, а открыть, ну какой доступ нужен? Три или выше, понял. У меня есть противогаз. О. А ну-ка, а это телек? О, это телек, Андрей! Сейв, о, сейвимся. Подожди. Есть! Game Progress saved. У всяких, видимо, SCP-шек ты сохранился? Saving in zone... In zone... Чё нафиг? Да что за хрень, как сосейвиться? У тебя открывается это окно, зажми его и нажми на F5. А, все, я понял, окей. Андрей, наконец-то мы не будем так далеко спавниться. Открывай. То есть во всяких там SCP-шка? Ой, нет. Так, ну, давай я первый. Let's go. Пошел в жопу, медведь! Я сбежал. Газовая маска на всякий случай. Нормально. Пошел набой. О, нам сюда. Так, теперь у нас есть друг, который с нами ползает. Вы насрать. Ну что-то. Радио. Ты главное не просри его. Хорошо, постараюсь. Но радио пошли? Мне нафиг. Подожди, тут может еще что-то есть. А где? Тут закрыть можно? У меня нет, есть стаканчик, Артем. Зачем он тебе? Документ насчет собаки есть. А где? Подожди. Я тут, я стою здесь. Сейчас, а. Если он поворачивается, то я увижу. Ну, пошли, пошли. Ну, воу. Так, нам туда, получается. Ну, воу. Перед каждой дверью беги. Моргай желательно. Да, я так и делаю. О, да. Сейчас будет SCP. И не зря. Сейчас здесь будет печенюшка. Поэтому мы... По очереди моргаем, по очереди моргаем. Давай. Говори, когда моргаешь. Я моргаю. Раз, два, три. Моргаю. Пора, пошли. Всё, в очко, пошла. В очко это место, но проклято. Найс. Так. Печеньку слышу. Садились спереди. Хер знает. Я... Нормально. Так, что это? Нахер я забегаю. А, это, бес... это бесконечный, подожди. Мы тут были, нет? Мы тут были? А, нет, нет, мы нас тут не были. Тут, может... тут могут лут. Да, тут лут, по идее, должен спавнить. Ну, открывай дальше. Ты где? Подожди. Ебать, ты дэпнулся у меня на глазах. Нет, тут лут не бесконечный. Мы просто тэпаемся обратно. Эх, репота. Пошли. Что это длинная лайт-зона? Где хоть что-то полезное? Где машина? Где второй уровень? Или мы кругами, блин, ходим? О. Ага! Нет, мы тут не были. Думаешь? Открывай. Да, мы тут не были. А ну стой. Иди сюда, ко мне иди. Давай. Сейчас будет чекпоинт. Вроде как. Мы тут были, чел. Так, тут нужно. Тут два дырка, из которой можно да, достать всякое прикольное. Ебический рот. Как нам пройти? Пока. Может, он пропадет? Давай обойдем пошли его. На... Давай пошли обойдем на... его. Стой, давай обойдем его. Уверен? Если у нас... Появимся, мы все равно недалеко. Го, обойдем его.
Онг дрифт, я Хасани. Погнали. Гоу. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу, гоу. Пошел, пошел. Моргаю, раз, два, три. Я тоже моргнул в это время, ну ладно. Пошли. Да, блядь, закрой дверь. Найс. Куда? Да в элеватор, пофиг. Давай. Блядь, он сломался. Как вовремя. А как тогда охранник ездил на нем? Онг дрифт, я Хасаним. Ладно, пошли. А вот оставь на монтаже. Я Хасаню, мне так похуй. Ой. Спасибо! Спасибо! Смотри, давай. Да иди да. Все, печенька ушла от нас. Где мы не были? Тут мы были. Он дрифт, я Хасаню, мне так похуй. Ну, погнали к собаке. Пули нет. Да какого члена не все сломано? Так тоже. Элеваторы, значит, к собаке нам еще рано, игра говорит. А что нам найти? Нам нужно найти комнату там, где печенька порешает всех нафиг. Но где она? Хоть бы не дед. Дед-то вообще... Не, дед еще... деду еще рано появится. Отлично, нас тут не было. Прекрасно. Мне стрёмно. Вот, вот оно, отлично. Сейчас печенюха появится и начнется резня. Наблюдай за ней, я пока... Ты понял. Так, печенюха. Я пока залутаюсь. Андрей, я сборгаю тут быстро, быстрее давай. Я стараюсь, все. Карту, блядь, карту она возьми. Она свалила как-то, хотя я не моргал. Где она, подожди. Тёх, сейфся. Быстро, сейфся. Есть, гейм прогресс сейф. Так, иди ко мне, на тебе противогаз и сейфся заново. И на тебе батарейку еще. Сейфся заново. Подожди. Я зарядил... Открыл дверь, не надо мне такого. Не я. Ну давай, Андрей, погнали. А стой, дай засейвиться. Стой, да нет, пошли печеньку. Там у нее золотаем что-то. Куда ты пошел? Понг дрифт, я Хасани. Нет, там же печенька может быть. А что нам остается? Подожди, да, вон она. Прямо вот. Где ты ее увидел? Да вот, слева, сейчас камера повернется. Она прямо у входа стоит. А, ну имба. Смотри, вот! Смотри! Вон она! Видишь? Открылась дверь! Она упала сквозь текстуру у меня на глазах. Она пропала? А ну-ка дай посмотрю. Ее вроде... нету. Она у меня на глазах под текстуру упала. Под текстуру? Ну да, по-моему. Ага, минус. Ладно, я погнал. Я тоже. Получается минус печенька, да, у нас? Ну, сейвимся. Нет, не надо. Я засейвился. А хотя, я тоже. Чек, чек, мина, take one idea, take one. Что это? А, это шлюзы, окей. А мы разве тут не... Блядь! А хотя, чего мы боимся? Подожди. Ический, ладно. Печенька, не еби меня. Не еби меня, не еби. Погнали, погнали, погнали. Соси мой хуй. Давай, пошли. Но он же тупой, правильно? Открывай. Я открою. Сейчас будет еще раз печенька, помни. Выма! Подожди! Сейчас будет опять печенька, помни это. Скорее всего. Блин, а зачем я закрою? Подожди. Да, он опять здесь. Карта. Забирай все. Я все забираю. Открой дверь! Так, теперь идем в машину, у меня есть карта. Закрывай! Нахрен не пошел печень! Чёрт! Я открыл! Подожди! Анскил! Я навигатор взял! Да подожди ты меня! Еблан, я не убегаю! Конченый! Ты без меня ушел! Какой ты даун? Я не могу! Навигатор есть! Мы сможем прокачать вместе с цепи! Навигатор сначала на файн. Выкидываю карточку, давай. Качай. Навигатор сначала на файн тоже прокачивается, поэтому кидай навигатор тоже. Нет, он не прокачивается. Он прокачивается на файн. Я еще так же попытаю, я еще так же прокачаю нам еще карточки. Вроде он на very fine покачается. А газовая маска вроде на very fine качается. Радио вроде просто на файн. Ладно, короче, на файн я сейчас поставил на файн, да, молодец. Да. Теперь у нас вроде все должно быть хорошо. Но я не уверен.
По сути, если мы проебем карточку, то все. У нас жетон, у меня есть еще одна на всякий случай. Да? Да. Так, смотри. Так. Подожди, где моя... Подожди, отойди ты! Дай я возьму карту, пожалуйста. Вот это моя... Подожди, это моя карта. Левел 2 и навигатор. И чашка навигатор. Эволюционировала в чашку. Понятно, чашка не нужна нафиг. И еще одну карту. Хотя, подожди. Может, чашку на Verifine. Как и думаешь, Тёв, вкачать аптечку на Verifine? Подожди. Делаем вот так. Я на Verifine поставлю. И сейчас Тёв, вкачать будет... аптечку на Verifine. Кибернавигатор. Не на... Зачем? Ну, может, что-то хорошее получится. Аптечку? Да, аптечку. Я думаю, ничего не получится. 173. Но он не страшный. Но он прям в огромном радиусе. То есть он где-то далеко. От Чумного мы ушли. Лёх, куда ты уходишь? Вот дверь, которую мы можем открыть. А, да? Чё в ней, правда, мне интересно. Не сервера. И что? Камеры! Епическая сила. Мы там сохраниться, по идее, сможем. Ого, сохранимся. Нет, не можем. Подожди, а что тут? Чумной, вот он! Он к нам заходит! Что? Эм! Чумной! Доктор, доктор, я френдли, доктор. А, что, а почему он... дрифт, я... А чё он встал? Фонг, дрифт. Все мои родные, богатые и здоровые. А дам я тишка за сотку и платина, я как дура. Все мои... Ладно, погнали. Вот закроем его здесь. Давай! Я не буду сваливать, подожди. Что еще по камерам есть? Все мои... А где он? Да я тут с ним по кругу хожу и все. Все мои родные, богатые и здоровые. Доктор, вы немножко долбоеб. А почему? Да он конченый. Пошли закроем его, пошли закроем его. Подожди, я знаю, как его закрыть, Андрей. Я тоже знаю. Ты вышел? Нет, еще, подожди. Закрывай. Дед появляется, кстати говоря. Ну давай, закрывай! Я закрыл твоего бота. Ты не закрыл его, он скил. А, блядь, а его нельзя закрыть, but получается. Nothing happened. О, мы походу чумного к нам в зону призвали. Охуенно. А как? А разве он не должен быть? Все мои родные, богатые и здоровые. Ладно, говно. Спрячемся в нотах. Правда, не от деда, но спрячемся. А как? Почему? О! Сохраниться можно! Не открывай ноты. Ой-ой-ой! Они сами открылись, Андрей. Но я сохранился, хорошо. А ты, я не... Главное, я не иди к нотам, не иди к ним. Моего персонажа. Ой, дед пришел! Ой, дед летает! Все мои родные! Что за херня происходит? Почему я не успел? Деда что, в ноты засосала? Мысли. Он где-то в нот... Деда вроде в ноты. Херня, деда... Ой, это рука. Это рука, я должен ее взять. Что происходит? Все мои... А можно закрыть как-то ноты, нет? Где я? Да успел сохраниться? Нет, я не мог подойти к ним, меня ноты высасывали. Я если сдохну... По-моему, возле входа в ноты стоит Чумной. Я сдох. Что за кал? Почему Чумной? По-моему, Чумной стоит у меня входа. Ну давайте, откроем. Почему? Чумной, ну иди-ка ты в очко, это не твоя зона даже. Все мои родные, богатые, здоровы, на мне тишка за шутку. А ну, Чумной, иди в очко, слышь, бро. Давай ты не будешь. Печенька возле тебя, Андрей! Возле меня Чумной! И печенька. Фонг. Меня убила печенька. Фонг, дрифт, я Хасаню, мне такой. Что за парад? Да что за Чумной? А Чумной тоже багается из-за этих, из-за нот вроде. Все мои родные, богатые и здоровы. Я Чумного сейчас закрою в нотах чисто. Меня печенька. Я почти... Я закрою сейчас реально Чумного в нотах. Играем. О, соси, он... рак. Я запер Чумного в нотах. Понятно, я в нотах не могу, да, сохраняться не надо. Блять, я ж там сохранился в нотах.
Он дрифт, я хастаню. Подожди, ты где? Ты выходишь из нот? Я хер знаю, где я даже. SCP-500? Пойдет? Нахера я карту дропнул? Вливай в нот, Андрей. Пропуск какой, кого-то. Чё меня так штырит? Андрей, ливни из нот, пожалуйста. Я ливнул уже из нот. Где ты сейчас? Я хз! Вернись к нотам, я возле них сейчас. Я сейчас к тебе приду, сейчас, секунду. Я иду к тебе, я иду к тебе. Какой мне нравится чумной, который со всех сил долг. Я тут, смотри, я здесь. Умереться, я хасаю. Пошли, я сохранюсь, потому что иначе я буду у этого дауна. Там печенька, там печенька. Блять, ладно. Ты ее увидел? Нет. Смотри, я что-то открыл. Что это? Что за SCP-1419? Что он делает? Что происходит? Стой, не трогай этого дауна. Стой, не трогай его. Мы к SCP-500 не сможем попасть. Я не могу почитать. О, Андрей, засейвься тут. Андрей. Подожди. Да заткнись. Они... Короче, я какую-то херь нашел. Я сейчас все высру, Артем. Я сейчас все высру и попробую надеть это SCP и проверю, что произойдет. Куда ты уебал уже опять? Я все высираю, сейчас пойду одевать SCP на себя. Так ты же сделал, чтобы сохранялся инвент. Так, блять, я могу умереть, или он высосет у меня все предметы. Я делал его. И что? Фон, дрифт, я хасаю. А он безопасный или какой он там? Ладно. Сейчас скажу, Андрей. Как батарейку теперь взять-то, ёпта? А, хрен его знает, какой он. Скорее всего, это пасхалка из-за того, что мы подобрали... Понял что? Сам что. Опа. Нет, не... Эти прожектора что-то вроде будут показывать. Я, Андрей, не понял, что подобрали. Что подобрали? Что эти прожектора делают? Подожди. Что? Это ты! Это ты, Андрей! Я сохранился. Это ты! А где я? На прожекторах! Долбишься! Чё нахуй? Фон, дрифт, я хасаю. Пойди подолбись ты. Ну ты видишь? Пойди там, где я стоял. Нет. Ну пойди, пожалуйста, мне интересно. Я не пойду туда. Почему, ты слышишь? Нет, я просто там печенька вообще-то. Блять, а как я был на прожекторе? Хуй его знает. Я просто вот здесь вот поднялся наверх и все. Это было еще там, где впервые чумной обнаружен был. Долбоёб, я не выходил отсюда. Ты что? Ты видишь, что ты видишь, что показывают прожектора? Нет. У меня тут просто комната какая-то и все. Не видишь? Нет, я как бы вижу проход и там, где чумной на нас нападал. Ну и что? Тут ты стоишь. Нет, меня нету. Ты сейчас прикалываешься? Нет, я серьезно. Ты тут весь в крови стоишь. Ты конч? Я не пойду туда. А, блять, у меня нету никого на прожекторе. Сейчас я тебе покажу, подожди, где мой бандикам? Сейчас я заскриню и тебе отправлю. В Steam? Ой, в Steam. Вы... У меня нихуя тут нету. Ебать, серьезно? Я серьезно? Я не реально, шучу. У меня нихуя тут нету. Там ты стоишь. Да у меня нету себя там здесь. Ты стоишь, долбишься в стену. Рили Нига? Да, Рили Нига, сейчас я тебе покажу даже. У меня реально этого нету. Сейчас бандикам. Дверь открылась. Не, я тебе честно говорю, у меня там нету меня. К тебе дед появляется, Андрей, прямо к тебе. Нет, не норм. Он прямо из тебя вылез и подлетает. Блять. Он тебя вылез. Ладно, хорошо, что я сохранился. Что происходит? А, меня сразу убили, имба. Хорошо, что я сохранился успел. А почему ты у меня там стоишь? Да я не знаю! Я что, создатель игры? Может, нет? Подожди. Подожди, там дверь? Там дверь иногда открывается, я пойду зайду. Давай, погнал. О, тут тени какие-то появились страшные. Видишь? Нет. У меня тут тени появились. Они на меня смотрят. Они пропали. Блять, Артём, спаси. Андрей, видео тоже пропало. Походу ты в ловушке. Мне пиздец? У меня есть кипарик. Видишь эту кончу от деда, который я стал? Он меня кто-то бьет. Что за хуйня? Что происходит?
Ты меня кто-то пиздит. Или я сам себя пизжу. Бля, что за срань? Да меня кто-то бьет. Что это? Он меня бьет. Я хочу посмотреть. Он меня пиздит. Андрей, да умри уже, ты не знаешь. Я не знаю, как умереть. Меня иногда бьют, иногда нет. Я одену противогаз и буду тебя типа... Что нахуй? Привет, Оптик. А что происходит? Да убейте уже меня. А, из меня течет мандариновый соус. Я ничего не вижу. Ой, я протекаю, тех. А почему ты там стоишь, я не понимаю. Я хер знаю, у меня вообще ничего нету. У меня теперь фотка у тебя закончилась. А у меня вообще ничего, у меня вообще черный экран здесь. Прости меня, Андрей. Прости. Где черный экран? Ты ничего не видишь? Да, блядь, нет. Я тебя вижу, когда за стеклом ходишь. А ты меня видишь, Артём? Нет. Ну, мою модельку. Да, твою модельку, да. Меня кто-то бьет сейчас. Вот прямо сейчас мне кто-то пиздит. По моему лицу не скажешь. Да по твоему тоже, блядь. А тебя скоро убьют? Да я не знаю, меня как-то жестко колбасит, но я все еще живой. Там, ой, ты протекаешь. Я знаю. Ой, мне как-то вообще гиперхерово. Я могу понять... Я хочу туда пойти и посмотреть. У меня есть рука, я могу ее использовать? Ой, меня убили. SCP-205 меня выебал. 205. Что за хрень? А теперь он никакую фотку не показывает. О, зато там есть мой труп. У меня что-то из инвентаря пропало, по-моему. А, это батарейка была. Андрей, ты сломал SCP, теперь он не показывает. Ладно, пошли. Ой, а снова дед появляется. Ладно, Андрей, валим. Не жирно, смотри. Валим. Смотри. Да валим, блядь. Вон, дрифт, я хасаню, мне так плохо. Пошли сюда. Там туда, мы оттуда пришли. Нет, нам сюда. Он скил! Ой, меня где-то засосало, подожди, вернись. В смысле тебя где-то засосало? А меня... Засосало... А меня в ту... А, блядь, дед ушел в свою кончу и не вернулся. Да потому что меня в его кончу, да ты в лужу здоровую засосала. Ты сохранился у этих прожекторов? Да, вернись туда, сейчас. Ладно, я вернулся. Сохраню себя тоже на всякий случай. Что происходит? Что? Где я? Тут есть теперь мой труп. Я в хардзоне. Да твои... Ну дайте мне умереть! Ой, я у скромника. Дайте мне умереть! Я тебя жду, если что. SCP-049 к его спавану. Он, если что, в сканер. Да что происходит? Эмили Шайрон. Задон Раперс Дубилокт. Я чуть не завязал аптечку и чуть не захилился, когда у меня был фухо. Ты сказал, блядь, только что. А? Ты сказал, блядь, только что. Да. А, что? Думал, SCP говорит, о, блядь? Подожди! Андрей! Я открыл нам чекпоинт! Молодец, скажи теперь, где ты? Я не знаю, честно скажу. Я пиздатый. Но в твоем радиусе 049. Значит, что я рядом с тобой. Если найду ноты, то найду и тебя. Мам, ты ищешь их очень неправильно, потому что ты ушел только дальше. Нет, я пытаюсь их найти. Чумной все еще... Чумной все еще долбится в ноты, поэтому можешь не переживать. По-моему, я возле нот сейчас. Подожди. Давай быстрее, у меня аптечка есть. Так, я сейчас попробую пойти. Чумной вообще лох какой-то ебучий, он появился и застрял. Так, я вроде иду в правильном направлении. О, здорово, на, хилься. Фонг, дрифт, я хасаню, мне так плохо. И пошли в хард. Я вообще, кстати, не понимал, где я нахожусь. Пойди сохранись, ну ты понял. Кстати, им там сразу скромник будет. Здесь? А у нас не... есть крутые карточки. Да и они нихуя не делают. Пожалуйста, не бегай, умоляю. Ладно, мне без Б я не буду бегать, так и быть. Так, 5 или выше. А, это Вархед. В принципе, только дошли до... О, тут сейчас будет печенюха. Разве? По-моему, да. Я не уверен. Блин, мы так быстро уже дошли до харда в прошлый Опа, раз. Опа, тут есть пароль. Кстати, Андрей, по сути, если мы спустимся... Лёха, ты, а ты знаешь пароль? Ты же смотрел там вроде у Винни, да, прохождение? Нет, не знаю, честно. Какой там пароль? Я чё там ещё? Майнтен тулень. Ой, туннель. Нам не туда, Андрей, пошли. Подожди, какой...
Пароль, какой же пароль? В SCP. Я убью тебя. Помнишь? Да, containment какой breach. 1, 2, 3, 4. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. По-моему, похоже на пиздеж, но я проверю. 1, 2, 3, 4. Нет, не подошло. Пиздец. Забирающее устройство. Что нахуй? Да просто набери, вот. Какой пароль? 7, 8, 16. 7, 8, 16. Нет. 1, 3, 4, нет. 5, 7, 3, 1. 5, 7, 3, 1. Нет. Значит, рандомный пароль. Ну тогда пошли. Подожди, ну на этой бумажке, наверное, да, должно быть что-то. Ладно, это будет долго. Там у нас он... только ночное зрение. Там не иди туда, не иди в туннель. Там ничего такого нет. Там же ничего такого прям нет. Какие подлагивания? Да. Мне это не нравится, блин. У меня ничего не лагает. Фон. Надо, наверное, и... закрыть тот сайт. Минут, Андрей, мы снова прошли при помощи меня. Мы тут были. Мы отсюда и пришли. Не, нас нет, там не нет, было. Нет, сюда. Лифт? Дриф. Подожди. Лифт не работает. Чего все элеваторы сломаны? Наверное, потому что мы играем на Эвклиде. А это можно открыть вроде. Тёха, иди сюда, я что-то открыл. Да, я вижу. Вернись. Спасибо, пупсик. Анстил. Открой. Давай, закрой. Меня подлагивает жестко. Я тоже. Мне это не нравится. О, отлично, аптека. Какой уровень 3 карты, но это мне нафиг не сразу, но пускай будет запасная на всякий случай. Куда, Андрей? Я нам снова открыл здесь. О, Revision Eye Drops. Что это такое? Я не знаю, это капли для, для глаз? Да, зачем они мне? Вы видите? Там я пиздатый, охуенный, современный, неуебенный. О! А! Смотри, у меня есть! Блять, но у меня же есть уровень доступа этой шлюхи какой-то. Там нужна белая рука. Я слышал чумного. Подожди. А, тут нужна рука, думаешь? Чумной! О, я открыл, Артём! В нашем... Видишь, я был прав. Чёрная рука сработала. От нас отдаляется чумной, значит, чумной в нотах. До сих пор. Он просто сверху от нас. А, нет! Не сверху, блин! А где он? А, хочешь магию? Давай. Готов бежать в Subway Surf? Готов. Погнали! Иди! Бля, чумной, ну... Блин, ты выперся. Где давай, он? Закрывай! А подожди, он тупой, он же конченый, он медленный дохуя. Где он нахуй? Кончит на чумном, ты будешь? Нестра. Ой, там свет моргает. Андрей, ты где? Там нету его? Он застрял, он отстрял. Вау-вау-вау! Сюда, 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 сюда. Сюда, Артём, сюда. Подожди, я дверь закрываю. А, это дебил! Зайди! Он застрял, Андрей! Он на месте долбит! Какой он даун, я хуею! Тун-тун-тун-тун! Как нам обойти его? Разминая мыши вместе с чумным! Смотри, у меня есть план! О, подожди! Он как-то... Он нас скривает? Чумной? Скажешь, когда он пойдет ко мне, окей? Там дверь закрыта, он не может! А ну-ка! Я открыл! А ну-ка, иди к нему, я скажу, когда он нас сходит! Да! Все, теперь можем обойти с другой стороны. Let's go. Блять, я открыл Steam. Сука, тебя убили? Нет, я выжил. Он настолько каловый, что я даже открыв Steam умудрился выжить. Стрим, я хатсаню. Подожди, а если он тут будет? Подожди, я запись проверю. Подожди, если чумной тут будет? Кстати, в прошлом прохождении чумного не было, помнишь? Да. Как быстрее поднимайся, чтобы чумного не было. Погнали. Закрывай. Закрываю! Где этот конч? Закрой. Он не может открывать дверь, его он долбоёб. Пошли сюда. О! Тут я появился, когда меня дед этот самый... Да я вижу, что его конча. Мочканул. Там сейчас, по идее... Загрузка. Лоудинг. А, то сейчас будут эти чуваки, которые будут тебя пиздить, это я помню. Вау, как страшно. Нам нужно где-то сохраниться и прочее. Может сохраниться где-то? Что происходит? Но тут невидимый чел, который тебя будет пиздить. Его можно просто закрыть в этой комнате, поэтому не парься. Стой, подожди, тут есть еще один проход, иди сюда. Подожди. Нам нужен сейф где-то найти.
А то сейчас дед появится и выебет нас. Нужно сейф. Сейчас будет печенька скоро, готов все. Нет. Конченый какой-то тоже. Так, еще одна эта... Блять! Никогда не нападает, сказал ты! Сори, я переобулся. Пошли сюда. Подожди! Да! А хуй ты от него-то вернулся, потому что? Да чё сзади? Будешь моими глазами. Понятно, блять. 29-й в радиус. Так он же там застрял. Я не знаю. Ты же мамой клялся, что он дверь не открыл. Появился! Тут я появился! Я за тебя счастлив, блядь. Если пройти, будут чекпоинты. Стой, куда ты идешь? Да. Что, да? Там чекпоинт. Ладно, там чекпоинт. Я верю тебе на слово. Подожди, тут сейчас скромник, по-моему, будет. А, нет. Мы вернулись. Ладно, уходим сюда на лифте. Давай. Да, нажми. Путешествие по комплексу, блин, с Андреем и Артемкой. Ван скилла выживают, да, блин. Почему 049-й? Как он тэп... 106-й в радиусе. Фонг. Хуя бываем. Блядь, он сейчас в лифте не партнется. Все, пизда. Все, очко, давай ты будешь первым, кто, кого он заберет. Бежим. Нормально. Let's go. Подожди, стамина! А блядь, меня сейчас убьют, если я тебя ждать буду. Он медленный, что жопа, закрывай дверь. А он тупой просто, это ж дед. Он идет к нам? Он отстал от нас. Он пришел. Давай. Зря мы над старым издевались, он вспомнил молодость. Уже будет печенька. Ладно, выбора нет, идем через невидимую ебаку. Прям к чумному, это хуйня план. Ну ладно, тогда в печеньке. Он крик. Блять, я себя закрыл. Дед, не еби, не еби, не еби, не еби. Меня ой, трахнул дед. Можно их открыть хоть? Да. А, о, рептилия, рептилия херачится там. Где? Какой же пароль? Я тебя... Какая нахрен рептилия, подожди. SCP-860. Это ты хороший? При чем тут... У меня есть пароль, у меня есть синий ключ. Круто, а что тут? Чё, дед появляется? Да нет. А это SCP-книга, ну возьми ее. Ты издеваешься? У меня места в инвентаре нету. А если у меня... У меня и лук не сохранит. Пизда тебе будет. Ладно, давай я сейчас все выкину. Да нет, бери, да просто бери, все, похуй. Ты издеваешься, я все приебу. Ладно, похуй, я возьму. И че? Астма. Правильно, я, по-моему, прочитал какую-то страшную хуйню. Теперь за мной будут демоны охотиться. Так, а че тут у нас? Чему ты тут протекал? Тут протекал и шел? Нет, я тут не протекал. Это... Его тут нету. Какой же документ пароль? Документ SCP-049. Так вот откуда чумной взял. Что это за звуки? Кто-то идет! А! Дай угадаю, чумной. Это чумной. Это по мою... Это по мою душу, интересно. Чем это? Так. А как он тэпается? Я взял... О, это кольцо чумного. Я бессмертный теперь, смотри. Соси мой хуй чумной, я бессмертный. Блять. Так оно ж, по идее, должно спасать от него. А как он тебя убил? Так оно спасать от него должно, я что-то путаю, нет? Он вначале тебя не убил, а потом добил. Походу, я довыебывался. А, надо... А, надо было одеть... Надо было одеть кольцо для начала. Чумной, вот... Давай, одевай, экспериментируем, Андрей. Открой меня, пожалуйста. Я открою. Иди, давай. Пошли. Рубрика «Эксперименты». Давай. Эксперименты вместе с нами, давай. Где там? Куда, направо сейчас, да? Направо, да. Какой же пароль? Я тебя люблю. Где он? Навигатор показывает, что он в том же месте. Уиглотик, ты где? Уиглот? Давай, пожалуйста. Так, ладно, я сам скажу. Он сзади спавнился. Да как? Показывает, что он тут. А может, он тут подошел? Ладно, похуй. Нет. Ладно, пошли тогда к чекпоинтам. Это кольцо чумного, мы спасены. Оно не помогает. Чумной двигается вместе с нами. Извини, что? Он меня тоже по текстуре как печеньку уебал. Да по
Почему все падают? Потому что игра старая, и сколько она? Ей лет, наверное, 30 уже. Она такая баганная! Ой, что-то... Я кто-то ударил только что. А, это, наверное, из-за того, что я кольцо ношу. Как снять его? Нет, это невидимые челы, которых я выпустил из карзона. Как тут двери, блядь, сзади меня открывают? Нет, это невидимые челы, которых я выпустил из карзона. А ну, сейчас дверь откроется? Да, блядь, возьми. Я в кого-то уперся. А, вот. Я в кого-то... Да, блядь, я протекаю. Подожди, а что делают? Капли... Подожди. Я каплями себя уебал. А, у меня теперь очень долго моргание. И долго это... Я закрыл их там. Чел хорош. Бля, мне как-то хуёво становится. Да, согласен, они больно бьют. Так, тут нужен 5 или больше. Блядь, я протекаю. Ну, я немножко протекаю, но пока что я буду с тобой ходить. Блин, просто. Я просрал капли. Ладно, нам направо. О чем ты говоришь? У меня 4 предмета в инвентаре, это из CP-шки. Это даже не шутка, Артём. Аптечка моя, стой, не подбирай. Вообще, я сейчас их всех высру. Я все подобрал. Да ну отдай, это мое. Мое добро. Блюки. Это мое добро, отдай. Какая-то шапка. Вот, кольцо. Я стал хуже протекать, да? Я выкидываю. Это все мое. Отдай книгу. Common call. О, я одел маску эту. Что? Где ты? Я в измерении деда. Я ее снимаю. Да I always... Одень ее! Одень ее, одень ее! А куда у меня вся стамина пропала? Подожди, я... Ты одел ее? У меня стамины нет! Ты одел ее? Да. Ёп! А теперь сними ее. Снял. Я тут! Подожди, то есть мы можем... Дропни, пожалуйста. Бля, я просрал аптечку, но хп мне не дали. Я не хочу! Я не могу бегать! Бля, что меня так колбасит? Я же захилился. Почему я бегать не могу? Алло, разрабы, я же аптечку завязал. 2487, да? 2487. Ой, 88, нет. 2487. Чего это хуёво? Есть! Или нет, подожди. 2487. Нет! 8-9. Почему так хреново, я же аптечку завязал? Нет, Андрей, она не работает. Аптечка кал, я завязал ее, а мне надо. Андрей, я вообще бегать не могу! Я вообще бегать не могу! Ладно, я кольцо. Блять, что за. Ох, как мне кайфово играть! Имба просто. Что происходит? Андрей, у меня стамина не восполняется. Ладно, давай заканчивать на сегодня. Я присел, по-моему, аж. Ты еще раз слышишь? Ладно, я пойду опять в то измерение схожу. Андрей, нет, вернись! И походи, как ты ходил ранее. Ну, давай. Что? Сейчас, я начинаю. Я ползаю. Вот, нет! А, блядь, я протекаю. Да пиздец. Смотри, смотри, я сейчас тебе отправлю. Нахера это сделал? Отправить вайбер. Ёба, как у меня все размыто. Я бы хотела на это. Артем, давай, я у себя на картошах, если что, ползаю. Нет, я очень медленно открываю, закрываю глаза. Блядь, как играть? Ты даже не ходишь! У меня сперли руку негра, Артём! Ты даже не ходишь! Ты летал! Встань полностью! Я не могу встать, он не встает! Вот! Да! Что происходит? Я тебя отправляю, как ты летаешь! Смотри! Ой, бля! Гениальная игра, гениальная игра. Ты серьезно? А, я сдох, я кровь свою потерял. Вот он, 106. Ладно, Тёх, давай заканчивать, это сегодня я уже наигрался. А мной 106 и... Всё, Тёх, давай заканчивать. Ладно, всем спасибо, всем пока. Спасибо за просмотр, всем ББ.